Начали! Брызги краски летят в разные стороны. Пейнтбол называют отличным изобретением для выплеска агрессии. Все происходит быстро. Участники атакуют, получая порцию адреналина, нещадно жмут на курок. Скорость – это главное. Задача игроков за определенное время – дойти до базы соперника. Захватить флаг. В чемпионате должны были принять участие 6 команд. Лидер прошлого года – Север из Ноглик – не смог вырваться по техническим причинам. Медведи из Смирных и сборная с Южных Курил также попытают удачи только на втором этапе. Погода не жалеет участников. Они в жаркий день при полной экипировке. Пейнтболист должен быть действительно очень активным, физически сильным, выносливым. Мы сейчас играем в основном формат пятерочный, когда 5 на 5. А так в команде 10 человек, может быть. Остальные, как не, у нас нет понятия запасных, они просто в процессе игры меняются. Не на поле, а вот выходя с площадки, на следующая пятерка, как в хоккее, может выйти следующая пятерка, вот таким образом. Гибкость, координация, умение стрелять с обеих рук. На тренировки у пейнтболистов уходит много времени. Не всем новичкам под силу динамичные падения и подкаты. Виталий в игре уже 10 лет. Меня пригласили друзья поиграть. Мне понравилось, хотя моя первая игра не длилась больше 10 секунд. Меня же свой игрок подстрелил. Потом начал вливаться все напряжение, то, что вот получаем на работе, там всякие заботы, они все на поле уходят. И выходишь, и твоя задача победить. В этом сражении команда Виталия вырвала победу. Old Skulls Desperados на первом месте, Сахалин Десав на втором, Old Skulls Mercenaries на третьем.